Год только начался, а ветераны футбола вновь на поле. Состоялся финал турнира памяти форварда одесского черноморца Александра Погорелова. Он защищал честь моряков в 76-77 годах. Заметный след форвард оставил и в ветеранском футболе. Играя за Ришелье, он неоднократно становился чемпионом Украины по футболу и мини-футболу. В составе украинской ветеранской сборной в июне 2000 года стал победителем Кубка мира, а в 99 году чемпионата Европы и стал первым футболистом, забившим в чемпионатах Украины среди ветеранов 50 мячей. Уже традиционно его память почтили чемпионатом по мини-футболу среди ветеранов возраста 60+. Закончился очередной чемпионат по мини-футболу памяти Александра Погорелова. Это обычный регламент у нас. Мы напоминаем и вспоминаем, увековечим, кроме Саши Погорелова, Ильи Цимбаларя и Сережи Жаркова, которые проводим турниры, мы увековечиваем Юрия Борисовича Городенко, приз памяти лучшего вратаря, Владимира Финка, лучший бомбардир, и Владимира Пласкины, лучшего защитника. Поэтому, я думаю, всем приятно. Вы видели, обстановка очень хорошая. Все друг друга уважают, болеют, люди приходят, болеют и за свои команды, и думают за хороший футбол. Стоит отметить, что ветеранские футбольные матчи проводятся из года в год. Звезды одесского футбола стараются регулярно поддерживать себя в форме. При этом подобными соревнованиями отдают дань памяти и уважения тем своим коллегам, кто не дожил до наших дней. Спортсмены рассказывают, спортивный азарт по-прежнему никуда не делся, уступать никто не хочет. В очередной раз для Ришелье он закончился успешно. Все-таки 4-1 победить в финале – это дорогого стоит. Но мне важно совершенно другое. Важно то, что мы подошли к финалу турнира без травм, без особых замечаний по проведению. Еще раз подчеркнули, что в городе сохраняется ветеранский футбол. Все-таки 7 клубов – это немало. Это, конечно, меньше, чем хотелось бы, но, в общем-то, по сегодняшним временам вполне достаточно.